Завершение культуре. Выставка, рассказывающая об истории Донбасса с древнейших времен до современности, открылась в Белгороде. На 20 фотопланшетах оцифрованный материал. Зрители узнают о традициях народов края, как формировался его многонациональный состав. В основе экспозиции материалы Донецкого республиканского краеведческого музея. Коллекция, которую кропотливо собирали долгие годы, сильно пострадала от неоднократных обстрелов со стороны ВСУ. Многие уникальные экспонаты, к сожалению, остались только на фотографиях. И 24 снаряда упали. Музей, в общем-то, он до сих пор пострадавший, потому что он столько трещин сотрясался. Все упало на зал, который назывался заповедными тропами. Это наш растительный и животный мир. 71% чучел погибли. Наши археологи во второй раз стали делать археологические раскопки, собирать коллекции. Экспозицию дополнили произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданными донбассовцами, которые сейчас живут в нашем регионе. Работать выставка будет в Белгородском музее народной культуры до конца мая.